Смотрите, он обидел меня. Первая стадия злой мысли. Он обидел меня. Когда человек чувствует себя обиженным, он уже злой. Это не добрый человек, это уже злой человек, который чувствует себя обиженным. Это первая стадия зла — быть обиженным. На тонком плане, зло на тонком плане. Дальше. Он восторжествовал надо мною, то есть сильнее стал меня. Это вторая стадия. Значит, кто-то сильнее меня. Допустим, кто-то, я должен был на работе попасть вот на это место, а кто-то на мое место попал. И я об этом думаю постоянно. Это уже более злая мысль, еще более злая мысль. Дальше. Он поработил меня. Сейчас так часто люди семейные думают о близком человеке. Манипуляции, когда идут судьбой, то человек так чувствует. Он оскорбил меня. Ну, то есть это уже ненависть, такая злоба. Ну, значит, я буду тебе мстить. В сердце, встревоженным такими мыслями, никогда не угаснет ненависть. Так, что такое злые мысли? Вот это мы имеем четыре стадии злой мысли в нашем сердце. Теперь поднимите руку, у кого не бывает в сердце таких мыслей. Видите, никто не поднял руку. Это означает, что вот женщина, которая подняла руку одна, она более разумна, чем все остальные. Это первая стадия победы над собой. Это когда я признаю себе, что у меня бывают злые мысли в сердце. Признание. Когда человек признается, уже дальше легче жить. Дальше легче. Вот я, например, признаюсь, если кто-то критикует меня, значит, в этом есть какой-то смысл здравый. Критика бывает, что она раздувается, но это не имеет значения. Имеет значение, что есть какой-то корень, причина какая-то, и надо ее исправлять. Все. Вот так. Бывает, люди меня критикуют за то, что у меня не такая вера, как у них. Я не знаю, в чем корень. Бывает это такое, что непонятно вообще зачем. Просто другая вера, и люди критикуют. Говорят, что я мракобес, у меня другая вера. Ну, хорошо, может быть, какой-то есть смысл в этом. Итак, смотрите, наша жизнь — следствие наших мыслей. Опять такое высказано. Она рождается в нашем сердце, она творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая. Чувствуете? Выключайте все мобильные телефоны на режим ожидания, там, сна, в самолете. Мы сейчас с вами в самолете. Итак, наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в сердце, творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая. Радость следует. Есть радость в сердце сейчас. Если радости в сердце нет, значит, есть что-то не то. Не то что-то происходит. Радость, если в сердце нет. Надо, значит, трудиться над сердцем. Надо трудиться над сердцем. Радость — это что такое радость? Просто сама по себе. Не то, что меня кто-то обрадовал, сказал, вот тебе 1000 рублей. Нет, просто сама по себе. Естественным образом в сердце должна быть радость у человека всегда в жизни. Так как зубы должны быть чистые, естественным образом, мы должны их чистить. Потому что утром встаем, они грязные уже. Так с утра человек должен молиться, чтобы радость в сердце возникла. Само собой, это надо делать естественно. Потому что естественным образом сердце оскверняется той кармой, которая выходит из глубины озера ума каждый день. Ее надо каждый день чистить. И счастливый человек — это не тот, кому повезло, а тот, который трудится над собой. Счастье — это не означает, что «как у тебя дела? Ну, у меня классно, а у тебя и у меня классно». Понимаете, то есть счастье — это не когда все классно, это когда человек трудится над собой даже на фоне трудностей каких-то. Вот это счастье.
Смотрите, дальше вывод, какой делает эта буддийская мудрость. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Не ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Оно угашается любовью. Любовью. Таков вечный закон. Мне сегодня была в ведическом храме лекция, одна женщина задала вопрос, как помочь родственникам встать на путь на самосовершенствование. Я спросил, а зачем вы хотите им помочь? В чем причина? И она не могла ответить на этот вопрос. Но я сам ответил на этот вопрос. Я объяснил, что чаще всего мы хотим помочь своим близким людям, допустим, бросить мясо там или бросить выпивать, только по той причине, что нам комфортнее так жить, что мы хотим быть счастливыми, и поэтому хочется видеть рядом с собой человека, который несет хорошую судьбу. Мы не понимаем, что эти родственники — олицетворение наших грехов, что они просто показывают, кем ты был раньше. Нам показывают, кем ты был раньше. И одна женщина спросила меня, Олег Геннадьевич, вы можете как-то наглядно показать мне мою судьбу? Я говорю, конечно, очень просто. Поставьте всех близких людей вокруг себя, вот это ваша судьба, наглядно. Вот это часть, одна ваша судьба, это вторая. Какую-то часть вы любите судьбы, она вам приносит счастье. Какую часть судьбы вы не любите, она вам приносит страдания. Но все это ваша судьба. Все родственники вокруг, близкие люди, друзья, директор завода, которым вы работаете, который вас гнобит. Ну, то есть, все это судьба. Вот это все. Те люди, которые близко в сердце находятся. Хорошо или плохо, это все судьба. И когда человек с утра в молитве, в хороших, позитивных настроях, побеждает плохое, плохие мысли об этих людях, побеждает плохие мысли, то это значит, что плохая судьба на него в этот момент уже не действует. До свидания. Потому что все люди по природе души, а душа соткана только из чистоты, в ней нет грязи. Вся эта грязь — это просто наши поступки, которые вокруг души находятся. Если мы на человеке возвышенно настроенно на него смотрим, возвышенно, то это в ведах сравнивается, такие люди, которые возвышенно люди, на людей смотрят, эти люди победители в жизни, они побеждают свою судьбу, и они сравниваются с пчелами. Вот это сравнение очень важно знать, потому что у пчелы есть одно уникальное свойство. Оно летит между различными предметами, пролетает испражнения там какие-то, еще что-то, но она не думает об этом обо всем, она ищет только нектар цветка. Нектар — это нектар или вот эти вот, ну, песчинки, пыльцы такой на цветке — это его энергия любви. У цветка есть энергия любви, она имеет свой аромат. Она окружена красотой, энергией любви. И самая суть любви — это вот этот вот, вот эта пыльца. И пчела, она только ищет любовь. Есть такая песня на хинди. Один возвышенный человек поет, он поет. Камликои, камликои. То есть он поет только через любовь мы можем достичь в этой жизни счастья. Только через любовь. И пчела ищет только нектар. И как интересно она живет. Она набирает на лапки пыльцу и несет не себе похавать, а она несет в улей. В улей она оставляет там и опять летит. И опять она носит целый день. И когда она голодная становится и уставшая, куда она летит? Тоже в улей. Она прилетает туда и там уже много меда, он стекает там, и она кушает этот мед тоже. Она уже, когда совсем наработалась, она прилетает, и она, так как мед, он — это энергия любви, это благостный продукт, сотканный из энергии любви, она кушает этот мед, и она падает вот так вот, вся облипается в меде, крылышки, ножки, все, как бы она, крылышки у нее так жжжжжж, такие пожуживают, и она вся обмазана медом.
она кушает мед, вся вокруг ее мед окружает, и все пчелы там роятся вокруг, как бы они все вот этот мед кушают. Вот. И когда она наелась уже, она как бы приходит в себя и думает, что это я тут развалилась. Надо же нектар собирать. И опять летит трудиться. И пчеловоды, они поближе ставят ули к цветкам, потому что они знают, что пчела может не долететь и погибнуть по дороге. Она, если она летит, не думает о себе вообще. Она может не долететь до цветов и по дороге просто упасть, погибнуть. Она только хочет нектара. И это сравнивается с мухой, которая тоже любит сладкий вкус и ищет его по факту. Она тоже летит на сладкий вкус. Но по дороге она видит, что там что-то лежит такое. Бардак. Она видит, что надо разобраться в этом вопросе, потому что бардак. И она летит разобраться в вопросе, потом у нее там опарыши заводятся, и она забывает, что она к нектару летела. Она потом в этом бардаке живет уже в своем сознании. Таким образом, пчелы, они всегда ищут нектар и хотят нектара. Они тоже сталкиваются с бардаком, но облетают его. А мухи, они погружаются в этот бардак и думают, Господи, какой скотина, а? Ну как можно с ним жить вообще? Вот, понимаете, то есть... И так как у нас у всех есть и муха, и пчела в сердце, сидит обе, и муха, и пчела, человек должен пчелу придушить, во время молитвы придушить ее чуть-чуть. Пчелу, муху, да, извините. Муху придушить чуть-чуть так ее, чтобы она все равно живет, она живучая. Не бойтесь, вы ее не убьете. Надо ее просто придушить, чтобы она там лежала себе, отдыхала. А пчелу надо дать ей летать в жизни. Вот для этого молитва предназначена. Молитва предназначена для того, чтобы человек почувствовал чистоту людскую. Что такое прощение? Увидеть хорошее в человеке. Прощение не означает, что ты съел его грехи, как бы проглотил, переварил. Все, нормально, мне по барабану. Нет, прощение означает, что ты увидел хорошее в человеке и почувствовал его с другой стороны. И это означает прощение. Это всегда означает прощение. Это очень сила большая, позитивная должна быть в сердце, чтобы прощение возникло. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Да? Да? У кого аллергия на пыльцу, на мёд, это как? Аллергия на пыльцу, да? Ну, я говорил об аллегории сейчас, я не говорил о меде как таковой, я говорил о людях. Я о людях говорил. Если у вас аллергия на мед, то, ну, у вас на любовь есть аллергия? Нет у вас аллергии на мед. Если у людей аллергия на мед, значит, они плохие. Чувствуете? У нас нет аллергии ни у кого здесь на мед. Но если аллергия на мед, значит, они плохие. Они мухи, а мы пчелы. Чувствуете, да? Пчела сейчас сказала или нет? А вы как спросили, как пчела или как другое насекомое? У вас вопрос был, как задан? Жуков сказал, усатый таракан. И Берия дорожил Сталину. Сталин привел Жукова и говорит, ты на кого сказал, усатый таракан? На Гитлера. Посмотрел на Берия и говорит, а ты на кого подумал? Ну, то есть, изучаем науку о меде, да? Изучаем науку о меде, кто такие пчелы, кто такие мухи. Но я не подумал о вас плохо, да? Или подумал?
не знаю. Видите, как сложно. Надо учиться быть пчелой при всех ситуациях. Видите, я подумал о ней плохо и сам завонял в результате. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что мы их иногда воняем. Вот. Мы должны очищаться с помощью внутренних мыслей, молитвы, мы должны очищаться от этой идеи. И так протекает наша жизнь. Мы должны очищаться. Нужно очень позитивно смотреть на вещи. Один грузин продавал живую рыбу. И как бы к нему покупатель подошел, говорит, вот какая рыбка, какая хорошая, большая. А что-то она у вас не плавает. Он говорит, она заснула. Он взял ее, понюхал, говорит, что-то она попахивает у вас. А ты когда спишь, себя контролируешь? Видите, у грузина было очень позитивное мышление на поводу рыбы, которую он продавал. Ну ладно. Так или иначе, идея в чем заключается? Что победа над судьбой происходит вот в том случае, когда человек начинает по-хорошему думать о тех людях, которые причиняют ему зло. Есть исключения. Например, человек, который должен наказать, он должен это делать из чувства долга. То есть он может очистить свое восприятие, но, допустим, воин должен сражаться с врагом, если тот пытается поработить. И он не должен со злобой это делать, он должен благородно сражаться. То есть он должен даже уничтожать противника, но с добрым сердцем. Как Александр Невский сказал, у нас нет как бы никому злых мыслей, зла нет у нас. Но тот, кто с мечом на нас пойдет, от меча и погибнет. Вот такая, это, ну как бы святой царь сказал. То есть идея в этом заключается, что человек так должен жить. То есть это не значит, что мы беспомощные существа какие-то, что мы, у нас у пчелы тоже есть, кстати, жало. Да? Она применяет его в крайнем случае, когда агрессивно кто-то ведет себя. Ну вот примерно как бы идея такая. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга. Воля Бога в том, что мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Допустим, человек оставляет тело близкий. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что я думаю, что он умер. Можно жить смертью человека или нет? Нет. А истина в чем заключается? А истина заключается в том, что он жив. Я ехал в одном месте, на одном мосте, и мне показали, вот здесь вот Виктор Цой разбился. И там, на этом же мосту, когда я проезжал в этом месте, я увидел такими красными, такой как бы написано красным таким, это краской такой очень яркой. Цой жив! Там вот написано на этом месте. Ну, то есть это означает, что никто не умирал. Это факт. Потому что нет смерти. Грубое тело падает, когда из него выходит тонкое тело и душа. Но тонкое тело и душа означает, оставляет связь. Человек, который уходит из мира, он помнит о своих родственниках. У него есть связь, но он не может уже никак на них влиять. Судьба разлучает нас. Но она не может на тонком плане разлучить сердца людей. И поэтому мы можем молиться за близких людей. И с помощью своей молитвы мы даже сильнее им будем помогать, если они ушли из этого мира, чем если бы они были здесь. Потому что когда человек здесь находится, он может принимать молитву в своем сердце, может не принимать. Но когда человек ушел из этого мира, и он дальше перед судом встает за свои поступки, то он всегда принимает молитву. Всегда принимает молитву. Сейчас мы проведем статистику. Я много-много уже об этом на лекциях говорил. Кто из вас молился за своих родственников, которые ушли из жизни, и в сердце почувствовал сильную радость, облегчение? Поднимите руку. Вот эти люди уже помогли своим родственникам. Если вы это почувствовали, значит, они уже пошли из тех мест, где наказаны, пошли вверх, там, где нет наказания. То есть вы фактически отработали молитвой судьбу их всей жизни. Такой результат молитвы со стороны. Так человеку помогают.
Потому что когда человек по судьбе положено утонуть в болоте, достаточно просто механически протянуть ему руку. И эта рука, она вытаскивает человека из болота и спасает ему жизнь. Точно так же молитва из сердца, она очищает от всех грехов человека, какие только в его сердце бывают, существуют. Я был свидетелем уникального события. Один молодой человек, он всю жизнь был монахом, и он оставлял тело в святом месте в Индии от рака. Он болел раком, и он оставил тело на моих глазах. Я на 5 минут пришел его проведать, что с ним происходит, и в этот момент он оставил тело. Сам не ожидая того, он просто сказал, что ему душно, а мы открыли окна, потому что перед оставлением тела начинается нагреваться. Грубое тело сначала нагревается. И потом нагревается, потому что время, что такое время? Это сила, которая старит все в этом мире. Это самая большая сила в этом мире, это время. Время. Это не то, что на часах бежит, это сила такая на тонком плане. Она все старит. Видите, ничего не молодеет на этой земле, все стареет. Человек рождается, он стареет с самого детства, да? И время выталкивать, когда душу из тела начинает, то душа вместе с тонким телом держится за грубое тело. Поэтому сопротивление времени вызывает сильное нагревание. Когда тонкое тело и грубое тело нагревается, потом все равно как бы время выталкивает душу вместе с тонким телом из тела, и душа начинает, и тонкое тело начинает сворачиваться к центру вот сюда. И в этот момент останавливается сердце. Я увидел, как у него остановилось сердце, он застыл. Его глаз, взгляд начал постепенно угасать. Я начал читать молитву и показал ему святость, что, чем он поклонялся, чтобы он во время, когда у него угасал взгляд, чтобы он это с ним зашло туда, внутрь. Потом он вышел, то есть сначала свернулось тонкое тело в одну точку, свернулось вот здесь вот. Потом некоторое время это все находилось внутри. Был такой феномен, что есть тело мертвое и есть внутри душа с тонким телом. Так удивительно было это видеть. Глаза были уже безжизненные. Он с открытыми глазами оставил тело, но душа была внутри с тонким телом. И видел тонкое тело. Потом я увидел, как тонкое тело вместе с душой вышло из тела, начало двигаться. И через определенный психический центр вышло наружу, и снаружи он сразу же себя осознал. И как только он себя осознал, он 2 попытки совершил вернуться в тело назад. И потом он как бы обескураженный совершенно застыл вот так вот снаружи. И он был в шоке, хотя он всю жизнь молился и изучал, что есть выход из тела, что жизнь не вечна в этом мире. И я начал молиться его духовному учителю в этот момент, чтобы тот ему помог. Я увидел, какая-то сила окружила его, и он успокоился. И в этот момент тот человек, который рядом находился, он собрал тех людей, которые его знали, и мы начали молитву. Эта молитва продолжалась 24 часа. Все это время я наблюдал за тонким телом. Оно очищалось с каждой секундой все сильнее и сильнее. И через 24 часа он уже сиял, то есть от него начало исходить сияние. Я увидел, как он пошел вверх, на высшие планеты, а может быть и в духовный мир. Я не могу уже сказать точно куда. Но так или иначе, молитва очень сильно меняет. Даже просто 24 часа вместе помолиться за человека, это очень сильно меняет его судьбу. И по факту тяжесть сердца после ухода родственников возникает только по той причине, что мы перед ними не выполняем свой долг. И вот эти слезы, отчаяние возникают только по одной причине, что мы никогда при жизни не выполняли свой долг. Потому что когда человек очищает свое сердце по отношению к родственнику, когда тот уходит, у него в сердце возникает благодарность и чувство разлуки. Это тоже слезы, но они имеют другую природу. Почему у нас камень на сердце после ухода родственников возникает? Потому что мы не занимались внутренней жизнью. Мы всю жизнь просто занимались собой. Строили домики, работали, кушать готовили и так далее. Но человек живет для того, чтобы хотя бы час в день, полчаса в день, 5 минут в день, вот что у него остается для настоящей жизни, потому что жизнь, как буддийская мудрость сказали, протекает в сердце, а не снаружи.
он должен подумать о Боге, помолиться за счастье родственников, подумать о хорошем, что я знаю, близких людей. В этом заключается жизнь, а все остальное — это просто пустая трата времени. И человек, когда он тело оставляет, в этот момент он проносится вот это все, вся его жизнь, и все вот, что связано с жизнью, он радуется этому, а все, что связано с тем, что он просто там деньги зарабатывает, он этому печалится. Потому что жизнь — это не растить детей, не зарабатывать деньги, не повышать положение в обществе, это не жизнь, это выживание. Жизнь — это то, что происходит в сердце во время утренней молитвы. Почему утренний? Я сейчас объясню, это описано тоже в Ведах. Смотрите, утро связано с рождением в следующей жизни, день связан с жизнью, и вечер связан со старостью. Что важнее, рождение, жизнь или старость? Рождение, потому что это если ты с хвостиком родился, то ты уже другим не станешь, понимаете? Рождение важнее, поэтому молитва и совершается с утра, чтобы рождение было благоприятно. Некоторые думают, что человек не может родиться с хвостиком. Надо изучать этот вопрос. Смотрите, некоторые люди очень сильно походят на животных уже при жизни. Сначала они были такими хорошими, а потом раз, и что-то с ними происходит. У меня в подъезде жил один мальчик очень красивый. Он жил, я на 9-м этаже жил в Тольятти, а он жил на 7-м или на 6-м, где-то там, пониже. Он был очень красивый, этот мальчик. Я всегда думал, какой красивый, он был младше меня на год. И когда лет 8 назад я приехал в Тольятти, я увидел, меня позвал какой-то страшный человек, пропитый, позвал: «Олег, ты помнишь меня?» Я смотрю, не могу вспомнить, и говорю: «Что-то я не помню». Он говорит: «Помнишь? Я жил на таком-то этаже, а ты на таком-то. Мы игрались». Я увидел, что он похож на животного. Тогда он был просто красивый. Сейчас стал похож на животного. Иногда мы говорим: «Ты уже на свинью стал похож. Что ты с собой делаешь?» Это что значит? Это значит, что меняется тонкое тело. Тонкое тело уже не предназначено для жизни в человеческом теле. Потому что чем отличается человеческое тело от тела животного? Душа та же самая. Я могу тестировать тонкие каналы в дереве. Поэтому мы лечим корой деревьев, потому что есть такие же тонкие каналы. Есть совместимость по конституции между деревьями и людьми. Я проанализировал все деревья на территории России. И мы используем эти деревья для лечения людей корой. Потому что кора прочищает эти тонкие каналы. Точно так же, такая же конституция тонкого тела есть у коровы. Например, есть такое заболевание вирусное коровы, рак крови у коров. И мы пытались корой лечить коров, чтобы рак крови вылечить у них. Надевали на ноги коровам эту кору, они носили. Но прежде чем надеть, я протестировал корову, точно такие же каналы, точно такое же строение тонкого тела, как у человека. Разницы никакой нет. Такие же хронические заболевания, все так же накапливается, все то же самое. Если бы сейчас здесь сидела собачка, я бы ее протестировал при вас. Сказал бы, что у нее не так. Некоторые утверждают, что в телах животных нет души. Но веды объясняют, что душа везде есть, где есть признаки жизни. Признаками жизни есть стремление к счастью. Допустим, растение растет к солнцу. Солнце — это энергия счастья. Солнце дарит нам счастье. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Видите, солнце, дарите солнце, как весенние цветы. То есть речь идет об энергии любви. Мы говорили, что в цветках энергия любви, в солнце энергия любви. Солнце восходит, сразу птички начинают петь. Да? Все оживает. Ветер начинает дуть. Когда солнца нет, тишина, ничего не дует. Солнце взошло, раз, пошел ветерок дуть. Кто рано утром встает, знает. Птички, чирик, чирик, чирик. Петушки.
радуются. Петушки радуются. Вот. Собачки по-своему радуются, у них другое сознание. Они гавкают на всех. В это время все оживают, как бы энергию любви все по-своему воспринимают, начинается жизнь. Надо дарить солнце, как весенние цветы, от сердца к сердцу, и станет на земле еще светлее. Потому что тьма — это не результат солнца. Солнце всегда дает свет. Тьма находится в наших мыслях. Мы воспринимаем мир с позиции тьмы. Мы обиделись, огорчились, разочаровались, в тоске живем. Почему? Потому что мы ждем, когда мне станет лучше. Ко мне женщина подошла сегодня и говорит, на вот этой ведической лекции, говорит: «Олег Геннадьевич, как помочь сыну? Я за него беспокоюсь». И я начал объяснять, что беспокойство — это не помощь. Это когда ты сосешь кровь у сына — это беспокойство. Чтобы помочь, надо вместо того, что беспокойство — это лень души. Когда душа не хочет работать над судьбой, она беспокоится. То есть сыну нужна помощь, поэтому возникает беспокойство. Что нужно делать? Нужно внутреннюю жизнь, сеть рано утром перед алтарем, начать молиться, думать о Боге. О сыне не надо думать, потому что все известно, что сыну трудно, это известно. Бог, он все знает, он в сердце прямо у нас находится. И человек молится, думает о возвышенном и начинает чувствовать чистоту святого человека, начинает чувствовать его возвышенную жизнь и думает: «Я хочу жить так же, как ты, пожалуйста. Сделай меня инструментом в своих руках. Я хочу дарить всем радость». Человек читает молитву или повторяет: «Я желаю всем счастья». И в это время у него по поводу сына на сердце становится легче. Почему? Потому что в корне дерева мы связаны друг с другом. И не надо о человеке думать: «Помоги ему, помоги, мне не надо помогать, помоги ему». Не твое дело, кому он будет помогать. Ты просто делай свое дело. То есть просто думай о чистоте, о возвышенном, ищи нектар. Только через любовь. Первая стадия — ты в сердце успокоишься за сына. Вторая стадия — у тебя установится с ним контакт. Ты будешь говорить: «Сынок, а курить нехорошо». И он не будет плохо реагировать, он будет улыбаться, говорить: «Мама, я это уже слышал». Понимаете, он будет, не будет злиться, а будет нормально реагировать. Это значит, что ваше знание в сознание ему уже входит. Вы дальше молитесь, и потом ваши слова начнут действовать, он начнет задумываться. А потом он бросит. Это всегда так бывает. Но так как мы не жили внутренней жизнью никогда, поэтому мы этого опыта не имеем. Так почему мама беспокоится? Потому что она ленивая. Она не хочет жить вот этим победой над судьбой. Она хочет получать плоды. И она, эта женщина подошла ко мне и спросила: «Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы я не беспокоилась за сына?» То есть означает: «Олег Геннадьевич, может, вы побеспокоитесь за него вместо меня? Я не хочу, вот как бы это все есть, может быть, вы мое покушаете». Но я не против, я нормально к этому отношусь. И поэтому я ей стал помогать, что я не против, как бы, есть у человека трудности, надо объяснить, что делать. Человеку в жизни не хватает только знаний, и все. Все остальное у него есть. Мы не знаем, что происходит, как нам жить. Поэтому цель человеческой жизни — это понять свою природу, что мы души, у нас духовная природа. Духовное означает позитивное, то есть чистая и светлая природа. И мы должны… Что значит духовная жизнь? Это значит учиться видеть светлое в людях, а не грязное. Это духовная жизнь. Духовная жизнь не означает в небесах где-то летать, думать только о Боге. Бог проявляется через людей, вот через всех вокруг. Я когда вчера повторял: «Я желаю всем счастья», я кланялся вам всем. Вы думали о святом человеке, а я кланялся вам всем и искал в вашей чистоте Господа, искал вас. Это потому что у вас тоже это есть. Я почувствовал это в конце, почувствовал эту чистоту, которая у вас есть в жизни. И я почувствовал большое удовлетворение от этого самого сердца.